Для членаў Беларускага рэспубліканскага саюза моладзі стала добрай традыцыяй важная місія акружаць клопатам тых, хто ў гэтым асабліва мае патрэбу. Для сям'і Юліі Дзмітрыя Пятроўскіх прыезд гасцей – маленькае свята. У доме сямейнага тыпу пара выхоўвае 10 дзяцей. Годна сабраць патрэбны камплект усім школьнікам – задача не з лёгкіх. Конечно, очень сложно собрать детей в школу, когда один ребенок или два, это не так ощутимо. А когда уже 10 детей, ты понимаешь, что такие достаточно серьезные расходы на тетради, на ручки, альбомы, на краски. То есть, конечно, это такой ощутимый вклад. Каля 6 годов муж и жонка выховывают детей у доме семейного типа. Самому молодшему 10, старейшему 17. Наборы для творчести, это фломастеры, луки, пластилин, гумки, станут для школьников неотъемной часткой подороже Украину ведов. Все подарунки, дякую необъяковым простаучанам. У нас были организованы пункты сбора в торговых центрах, где наши волонтеры проводили целую даже концертную программу и интересные мероприятия, чтобы привлечь внимание жителей города. Эта акция, она носит неразовый характер, и мы с большим удовольствием будем помогаем всем тем, кто действительно в этом нуждается. Хотелось бы больше активности, потому что все-таки не хватает поддержки таким семьям. Я занимаюсь волонтерской деятельностью уже не первый год. Мне нравится это. Мне кажется, это мое призвание – помогать людям, детям. Адресат республиканской акции – шмадетные неполные семьи, дети из интернатных установ, так само ты, кто опынулся у тяжкой ситуации. Была оказана помощь более 30 семьям по Брестской области. Скажем так, очень хотелось поблагодарить волонтеров, которые принимали участие, активное участие в этих мероприятиях. Хочется сказать, что помимо семей еще ребята посещали и социально-педагогические центры, и это в Столине, в городе Пинске. Всех, кто откликнулся, мы хотели поблагодарить. И, конечно же, я думаю, что такой усиленный вариант акции «Школа с добрым сердцем», он был в сентябре, но мы и дальше продолжаем делать добрые дела. Ініцыятары дабрачыннага марафона упэўнены. Тая часцінка цеплыні, якую носяць неабыякавыя людзі, стане значнай падтрымкай для хлопчыкаў і дзяўчынак любога ўзросту. Юлія Сілюк, Александр Сівіцкі, тэлерадыёкампанія Брэст.